Привет, зритель! Почему еноты стирают, полощут и моют свою еду и вещи? До сих пор нет однозначного ответа на данный вопрос. Мы привели основные причины их желания полоскать и мыть еду или игрушки. Еноты имеют чувствительные лапы за счет вибрисов. В воде их можно очистить от грязи, что позволит с большей точностью определять свою находку. Вибрисы – это осязательный ворс, имеющийся у многих млекопитающих, помогающий ориентироваться в пространстве. Вибрисы у енотов расположены группами – на мордочке, нижней части живота и груди, а также лапах. К одной вибрисе подключено огромное множество нервных окончаний. Каждой вибрисе выделен отдельный участок в мозге. Именно благодаря невероятной чувствительности вибрисов енот способен найти пропитание в кромешной тьме и под водой. Интересные факты. Енот проводит в воде около 2,5 часов в день, перебирая лапами дно водоема. Еноты очень ревностно относятся к воде. Еноты отлично плавают, но делают это с огромной ленью. Некоторые еноты любят ходить в туалет именно в воду. Енот тащит в воду абсолютно все – еду, игрушки и даже других енотов. Так почему еноты стирают? Еноты-полоскуны в природе живут и охотятся в прибрежных, зачастую болотистых зонах. Чтобы найти излюбленных ракообразных или лягушек, им необходимо переворачивать камни под водой и копать ил. Пойманная в воде добыча – моллюски, лягушки, раки, личинки насекомых – часто бывают в комке ила или водорослей. Чтобы очистить свою пищу от грязи, им приходится тереть ее лапками в воде, что для человека визуально воспринимается полоскательным движением. Добычу, пойманную на суше, также имеет смысл постирать. Если подержать жертву под водой подольше, она прекращает сопротивляться и съесть ее гораздо проще. Так, например, еноты любят топить пойманных жуков. Енот полощет далеко не всю еду. Если он охотился на суше далеко от воды, он поедает добытое на месте. В неволе еноты стирают свою еду, только насытившись, как бы играя. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.